Так, Гронмастер. Поле сражения Европа. Фронт работ на сегодня последний остался. Что у нас? Линейка, солнце, электричество, да. А как же соло? Линейка, солнце, электричество. Не, соло. Лоулис. Соло-флопчик? Угу. На легенде. Удачи. А, кстати, на обычке же мы не проходим? Ну, если быстро ГМ пройдем, то пойдем. Не знаю, посмотрим. Насчет быстро не уверен. Надо узнать сперва. Если у Джонаса нет, то все будет нормально, я думаю, все будет хорошо. Новый день, новая битва. А мы это точно не проходили? Или у этих, как бы сказать, полей сражения одинаковый старт? Нет. Одинаковый старт. Там, да, есть две штуки, которые слева начинаем и справа. Ага. Ну, то есть сегодня было еще ни разу у нас? А вот я не помню. Значит, я проходил один раз точно его. Просто проходил. Но не в этом сезоне, это точно. Надо этот момент быстро пройти, а так что задолбало. Так и продвигаться надо, да. Меня сейчас спалят буквально. Полетит. Блин, у меня не тот щелчок стоит, ну ладно, пофиг. Подождите, а воителей вы убили? Какого? Или там не было? Не было? Вроде не было. Подожди, а что у тебя там стоит, чё? Эти барьерки. Удержимки. А, у тебя милишка. Ну у меня да, у меня щелчок не стоит. Ладно, пофиг. Ну ничего, ладно. Химики! А вот это... Не берите, не берите, потому что у нас и так хватает. Тебя кто-то долбит? Долби Digital? Долби Surrounded? Долби Атмос. Православный, что ли? Ну да, Олег, походу. Железка на следующей неделе будет, Володя. На следующей через неделю. Две недели подряд. Кладезь есть? Кладезь есть? Кладезь есть? Есть другая ульта. Там активирует. Он в призме, там просто работает. А ты кто? Сука, я ульту не поменял. А, нормально. А ты гений, ладно. Ладно, понял. Давайте так. Ну жгите еще. Тоже неплохо. А, он... Ну он-то понятно, почему у него хватит и мы в призме. Но вот я... Да, ну понятно, почему. Я красавчик. Ты красавчик. Ну это много объяснить. Что за сарказм, я не пойму. Ну а что, хочешь сказать, что ты не красавчик? Как с этим справится наш герой? Все на просмотр картины второй. Бля, что за станет? Это чисто.
Это вражеский. Это вражеский. А почему не светится красным? Ты такой, наверное. Блин, там мозг долбит. Долбит, да. О, вот откатываешь. Блин, это точно ГМ? Как-то что-то слишком... Ой. Ну, видишь, мобы красные, это ГМ. Нет, в смысле, что-то... Ну, как-то нормально. Ой. Ну да. Как будто... Я не жалуюсь, как бы. Я тоже. Так, надо патрончики взять. Двери на подземный уровень открываются. Я возьму целую одну пулю в хэви. То есть ты вообще не тратил, да, хэвики? Ну, я один раз выстрелил. Ну. Ты полезный. Полезный. Да. Зато три раза ультанул уже. Да. Я... выстрелил ни одного хэвика. Я не раз тут тонул. Сейчас ведьма будет. Да. И она электрическая. У нее солнечная. Все, нет, видимо. А ну вот зачем это... так? Ну разве можно с дамами так? Может, она пожестче ли? Мы на Твиче. Я не спорю, конечно, на вкус и цвет. Тут такие дамы, что можно. Блин, по-моему, мы все-таки его проходили когда-то. Когда-то, да. Он был все-таки, да? Он был, но я говорю, не в этом сезоне. Ну, понятно, принципе, что не в этом. Нет, я помню, я проходил его как минимум один раз. А то есть он вообще был в ротации? Да, я думал. Он его не было вообще. А, нет, вот. был. Вот об этом и речь. Он был или не был? Был. Ай. Ты там бессмертный, что ли? Ну, сутой, да. Росомаха, что ли? Это ульта реально нормально посмертно. Недавно. Ульта закончилась, дай догадаюсь. Ульта закончилась, варлок тоже. Ну это вообще нормально, это для варлоков. Ситуация. Ну это из разряда, если ты там потерял молоток, он труп. Сейчас можно даже молоток не терять, куда ульта. Может я поменять, а? Инженерство. Я что-то не хочу туда спускаться к ним. Они не обидят, поверь. Да. Конечно. Ладно, придется варлоку делать самому. Титаны? А, три варлока, у нас три варлока. Ну да, чё это, а, чё это за одеяло на себе, я не понял. Я забыл. Хотел сказать, в душе варлок, по-моему. Может быть, в душе. Ну, я знаю варлок. Или в душе. Может, хватит умирать, я не понимаю. Действительно. Такой спунер у себя спрашивает. Ну ты задолбал умирать, блин. Все, пошли. Хватит это терпеть. Остановитесь. Так. Ой, ой, дядька вышел, дядька. Тоже идет обратно. Да, а вот эти корабли, они были мамочки? Нет. Да. По ним даже прыгать можно. Не, вон твой, который летит. Да. Так по нему и прыгать можно. Это одна из механик. Что можно туда прыгнуть на него. Вот так вот. Ой. Да не, я не сделал. Нет, назад. Назад, 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 назад. Зачем там... назад? Дай, там эти дяди. Там эти, да, блин. Ай, боль, да. Ай, нет.
нет. Мама, нет. Твою мать. Страшно убить. Господи, блядь. Чёрты, я забыл, что там это. Да ладно, не сыть, сейчас делаем. Или не сделаем. Сука, бля. На нахуй. О чем я говорю? Богиня просто. Давай я кладезь поставлю, разберем их под ней. Сейчас еще. Корабль пропадает. Корабль пропадает. Корабль пропадает, да, периодически. Это я помню. А то, что там. Почему-то этих двух огров я запомнил, что они там, а пацаны нет. Так, ты готов? Да. Меня лестница. Меня лестница. Нет, мы дальше пойдем. Ну тут хватит уже умирать. Да действительно. Флопчика не получилось. Какой флопчик запуск про флопчик? А, блин, сейчас эта скотина, да? Да, сейчас он этот отрубит. Надо его убить. Надо. Вы посмотрите, сколько хп мы. Но, а почему да. мы тут стоим? Ну, потому что они боевая там... Боевая песнь придает воинам Зиву Арат храбрости. Прерви ну, все, писец. Приехали. Да, вот этих я помню. Вот этих я тоже помню. Возьмите Хэйви. Блин, давайте треугольника сначала. Давай, только нас бомбардируют, бомбардируют через Брандербург, понимаешь? Я им отнял. Русики? Да. Так, все, где-то снайпер херачит. А, вверху. Бомбарда Максима! Харри Поттер! Эту гниду надо убить. Надо. Да он, по-моему, не жадничает. О, наконец-то. Да. Так, хайвики можно. Да. Рубанок слева. Да, вижу. Да, не трать так, хэви. Да у меня тут валяется несколько пачек. Я валяюсь, конечно. Всё, ну не тратьте. Не, так просто... не трачу. Вот. Я кончится, потом нам придется тратить. Потом мы все останемся. Ну пипец, вообще дыра в бюджете просто. Да. Вот вы сказали не тратить хэвики, я начал тратить. Ну все, вы виноваты. Да. Вырывайте на орбиту. Придется мне сейчас начать где там этот. А, вам на угол вообще, да, похуй? Я да, а что, он далеко. Да, он сейчас будет. Подойдем. А подходить уже не надо. Ой, нет, нет! Жить будешь? Еще буду. Же будешь? Же буду. Так, а он живой, да? А, это не кто? Нет, Борница еще живой. Кто? А мне кто бомбардирует там? Так, там сейчас, по-моему, сразу будут эти... Там сейчас лазер будут. Там не лазеры, там будет два вейтеля, по-моему. Сейчас лазеры. Лазеры есть. И они теперь шотают. Да. А, вот тут появится сейчас два вейтеля сразу. По-моему, ага. О, нет! Да. Вот это я помню. А, это я не помню. А я помню. Е.
Не, это точно проходил, я не помню. Я проходил, ну пытался. Ты помнишь, а я помню. Значит, турелька шикарная, но ничего, ладно. А куда свалил это стекло? А, вон, да. Гуляет там. Самую толпу. Да, да, ты там зря поставил. Сейчас там пробу сделают. А, вижу. Да. Угу. Ладно. Надо сначала эту левую ведьму. Да я надо просто хочу этого бро убить, чтобы он не защитно полил. Левый еще боите. Еще дура это. И еще воитель. И у меня кладезь кончился. Уходим. Отходим, отходим. Так, я ладно, я левую ведьму заберу. Мне кажется, тебя сейчас заберут. Не, нормально. Вот и отойти-то хоть успей, но половине его сваливай. Да. Не волнуйтесь, все под контролем. Я не хочу тебя снова резать, блин. Зануда на стриме. Душнила. А не хотите эту ведьму того? Хотим. Иди, делай того. Противник прорвался. Так сделать. Защитить достояние боя. Так, легко. Пипец, она мне прицел считает, конечно. Главное, что прицел, а не что-то другое. Ой-ой-ой. Что-то я увлекся. Так, видимо, готово. Я тоже готов. Ой. Ну, Джон, ну сколько можно умирать? Ну, пиздец. Не, ну так дела не делают. Ты чё? А, блин, еще одна? Кладись, кладись. Какой кладезь? Ничего. Никакой кладезь, я тебе не говорю. Не, у меня в начале локации были хемики. Может, я сбегаю за ними? Да, конечно, мы подождем. Доступный боезапас 7%. Ух. Так, теперь прыжок веры, да, получается? Да. Ну, пошло. Веры, надежды и любви. Доступ в хранилище под системой перекрыт, но ширина технологических колодцев в самый раз для стражи в броне. Удачно тебе сползать. Мама. Я и не знал, что на Европе тоже спрятана подсистема. Я и не знал, что в ее попе. Ой. Просто наверх. В архивах авангарда об этом. Ну один точно. Мы с одним не собьем. Оказалось, это не совсем подсистема в привычном смысле. Скорее, это общая среда ИИ, которую используют они все. То есть еще раз, у нас там рыцарь. А я не помню. Рыцарь на Марсе был, по-моему, я помню. Рыцарь был на Марсе. Тут или Крикун, или этот... Крикун на Луне, Лич, по-моему. А, ну тогда тут... А, нет, подожди, а на Марсе не это... На Марсе я... рыцарь, вроде как. Нет. Нет, подожди, а на Марсе не... Блин, как ее... Пренепрезренный? Или на Луне? Презренные вообще были? Был один презренный. Только я не помню, на какой локации. Так, там хватает? Ой-ой-ой-ой-ой. Хватает. Все, пошли, 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 пошли. Ой-ой-ой, я не туда. Поднимите, помогите. Он где? Не туда спрыгнул, блин. Ты где вообще? А, я там. Нифига себе. Только осторожно, там это. А, ну там ничего. А, там надо, ты да, не долетишь, ты через вот да, эти лазер надо. Там лазеры, ты осторожно через них проходи.
Только не умри, пожалуйста. Вот видишь, что надо тебе аккуратно вот прыгнуть наверх. А тут можно прыгнуть? Можно, но аккуратно. Прицелься сперва ординарным прыжком. Блин, мне кажется, я не пропрыгну так. О, нам нахера себе. Не знал, что я такой худой. Так, а вы сундук залутали? А, нет. Чего не залутал? Да. А, ящик, что ли? Да. Это так, стоп, подожди. Это крикун. Крикун. Тебе надо его ослепить. Ну, крикун простой, по идее. Подожди, не запускай. Ну тогда можно просто прятаться вон там справа. Стоп. Ну сперва надо справа прятаться, потом слева. Подожди, а тут. Не надо херней страдать. Давай, блин, просто. У нас есть. Там же нычка была. Да я знаю, блин. Ну тогда пусть он спрячется, а мы как-то будем выживать. Его там убьют, и мы будем вдвоем заканчивать. Не надо. Не, ну мы не про эту колонну. А, нет, тут колонны нет. Ну давайте, вам как хотите. Сейчас, подожди, у меня вот это откатится, и я поставлю его, заберу его, включу. Блин, какая у нас стратегия, вот объясните. Ну сперва попрячемся там, потом мобов встанет много, пойдем туда. А чё меняется налево направо? Страж убит. Чего? А, я это сделал. Как ты умер? Умею. Погиб, умер. Да. Не делаем лишних движений. И ты готов, да? А, там? А ты настолько? А? А ты жесткий. А чё, она откатывается все равно. Все, можем отойти, пожалуй. Куда ты? Да. Ладно. Я вас понял. А ты тоже ультанул? Да, но у меня откатится быстро. Зачем? Вы два гения, что ли? Зачем ты? Я ультанул, потому что она откатывается. Когда я запускаюсь. Я знал, я поэтому я не ультанул. Я поставил на пах. Ладно, у нас хил еще эти гранаты. Ну у меня есть ульта. Давайте эту дуру заберем, крикуна. Потом он лучше мешает. А эта дура тут что ли? Поманил. Закрыл, сволочь. Вот здесь надо как-то, чтобы один ультил, а второй брал. Надо на бок мне как-то немного. Ну типа ты можешь. Боители. Боители справа, давайте сначала. Давай. А кто бомбу мобу сделает? Очень. Ну давай я ультану, возьму. Я уже занесу. А пока давай, ты ультуешь, ты ее можешь носить или нет? Я не помню, вроде нет. Давай, я сейчас попробую пока. Давай. Так, назад. Могу. А, вот я, ну так, ладно. Один есть. Так, а где второй этот сволочь? У меня тут. Я занесу пока. Так, я сейчас умру. Может не надо? Надо, да, не стоит. Поживу. Спасибо. Не за что. Так, один есть. Нам еще сколько там? 4? Да. 3. А, математика первый класс. Ну, я не помню, какой, сколько там штук там. Да вот слева же показывают. Где? Слева, где сумрачный налет написано. А, все.
У меня есть тут тоже. Чего вы такие душные, а? Ну форточку не закрыли и все. Блин, я создал, но не собрал. Ну, блин, меня ведьма сейчас ударит. А, не, она тормоз. Я понял. Это сука, а куда он бежал, капитан? Вон он справа. Блять, капитан. А что тебя убило? Где ты? Меня огонь убил. Ведьма. Если хилка есть, брось. А вот съемка. DPS, типа. А, да? Как DPS? DPS! Это максимальный DPS. Снаряды, снаряды. Стреляйте по ним, хули. Ну, да. Это затрахало телепортироваться, реально. А он слева. А, нет. Да. Ой, эй. Купец. У меня просто одновременно это и, видимо, ударило. Подожди, давай его поднимем сперва. Понятно. Блин, ведьма. Где она? А, справа, справа. Там еще капитан стоит, осторожно. Там еще и воитель, надо его убить. Давай. Давайте, вон как раз как отлично стоит. Минус воитель. А он вообще близко подошел? Чё ближе? А? Нет. Ё-моё. Вот ответ получается. А выителя-то мы удавили последнего? Да. Ага. Ну, треугольник, да. Это других не было. Я много раз моделировала эту ситуацию. Долго, но позже. Что-то шло не так. Кажется, твой дед уверен, что сможет восстановить основные а системы. А вы там еще на трубы хотели залезть. Да, но ну, красный исполин не просто исполняемый код Осирис. Ага, мастер закончен, у еще две недели может программы забыть. Он независим, и я не хочу, чтобы ну, он... Ну, осталось там, что там, если терминал знаний, это легко. Небытия. И... Но это, теперь военный это, разум сможет вспомнить, дьяволов. Кем он когда-то был. А, автомат я на все. Уж автомат говна. Хотя... Так, специфично можно какие-нибудь билды сделать. Дим.